Космические ручки. Что за абсурд? Нет, речь не о моих руках. Просто недавно в интернете я увидела вот эту вот картинку и подумала, хочу. Если я хочу, я делаю. Я распечатала картинку космоса из интернета, взяла клей, ножницы и принялась за дело. Измеряем длину ручки. А чтобы измерить длину окружности, я воспользовалась полосочкой бумаги, которую обмотала вокруг ручки, сделала пометочку и измерила длину получившегося отрезка. Рисуем прямоугольник полученных размеров и вырезаем его. И осталось дело за малым. Наносим клей ПВА на нашу космическую полоску. Размазываем его тонким слоем и аккуратненько облепляем этим ручку. Получилось, по-моему, довольно неплохо. В интернете полно разноцветных картинок космоса. И так можно украсить целый набор ручек. Можно взять красную, желтую, синюю, зеленую. Главное — иметь желание. Thank you.